Насправді стандартна порція шаурми має важити 300 грамів, з яких 10% – це м'ясо. Як продавці вираховують ці відсотки – невідомо. Адже ми жодного разу не бачили, щоб вони зважували продукти при нас. В общем, первое, видишь, самое простое – битая витрина. Мы находимся над метро. Снизу идут вибрации. Найчастіше ми не надаємо уваги таким, здавалося б, дрібницям. Та даремно, адже одного разу це скло може опинитися в продуктах харчування. Тому вітрину необхідно було б замінити. Якщо денег взагалі немає, то некоторые нормальные предприниматели просто стараются скотчем протянуть, ну хотя б хоч что-то сделать. В чем тут еще проблема? Видишь, тут они хранят сосиски. Без холодильника, прямо біля віконця видачі товару. А вон дальше сыр. Ну это скорее не сыр, а сырный продукт, можно запросить документ. Вопрос, когда был завезен вертель, сколько времени он тут висит. Ця перевірка пішла не за планом. Майже всі продавці відмовлялися з нами спілкуватися, зачинялися та тікали. Але навіть без доступу до кіосків ми можемо зробити висновки, оцінити санітарні норми та зрозуміти, як тут ставляться до своїх клієнтів. К сожалению, все уже в курсе, что мы на рынке. Видите, все позакрывалось. Я вам сейчас покажу, что реально они закрылись и боятся нас. А вон, видишь, закрылось уже. Вон закрылось. Они сразу в курсе, он, видишь, это все закрыто. О, смотри, смотри. А вы человека закрыли. Вы же там задохнетесь, там вытяжки нет. Вы же задохнетесь там. А куда она делась? А, вон она, смотри, смотри, сбежала вон. Вон, видишь, туда, в дырочку. Та виходіть, ми знаємо, що ви там. Але нашого експерта ніщо не зупинить. Він завжди знає, з якого боку підійти до перевірки, аби показати нам, що ж насправді відбувається. Ось тут розпочинається справжня погоня за продавчиною. А ми ж тільки спитати, з чого ж роблять шаурму. А от наш продавець. А чому ви убіжали оттуда? Пішли. А чому ви убіжали? От тут. Вы опять свой домик? Да. Так, ну чего вы прячетесь от нас? Ну, мы вам помочь хотим. Ты представляешь? Это же вход для какого-то гномика. Оказывается, для продавца. А теперь смотри, какая тут чистота. Все это лезет, сыпется. Вещи они тут скидывают. Раньше, чтобы открыть такую точку, необходимо было разрешение СЭС. Но после того, как произошла реформа, никаких документов больше не надо. Уголка потребителя нет, ничего нет, просто так вот открываешь и работаешь. А на самом деле жаль этих сотрудников, которые работают, потому как они тут как рабы. Вытяжки тут нет, туалета нет, проточной воды нет, тут ничего нет. Они работают в антисанитарных условиях. Ви ж розумієте, що така поведінка насторожує, з чого ми робимо висновки. Продавцям дійсно є, що приховувати від нас. Смотри, в чем проблема. Стекло треснуло, а вы его заменить думаете? Смотрите, у вас холодильник есть, да, проточной воды у вас нет, ну ладно. Продавець завзято не хоче йти на контакт. Хоча порівняно з тим, що ми сьогодні бачили, тут умови роботи можна назвати непоганими. Мы не будем вас обижать. Вы нам просто скажете, сколько мяса в шаурме? 200 грамм. 200 грамм, ого, это много. А двойная шаурма, это сколько мяса? 300. Ну, это полтора, это вот видишь, человек правильно нам говорит. А вот эта колбаса заморозки, она минус 18 приходит, замороженная, правильно ж? Или мороженая. Не, это неплохо, я просто говорю, в каком состоянии она приходит. А, на самом деле, огромная проблема, что никто не знает содержание количества мяса в этих всех сосисках. По курице, ну, я надеюсь, она хорошая. В общем, вы поняли, да, двойная шаурма – это не двойная порция мяса. Хотите много мяса – купите две просто стандартные шаурмы. Перед покупкою завжди дивіться стан робочих поверхонь. Це вам підкаже, наскільки дотримуються санітарні норми. Чеки тут, к сожалению, конечно, никто не выдает, и все на свой страх и риск, все, что вы здесь берете. Будьте осторожны, будьте внимательны. Напоминаю, что все сосиски, которые тут делаются, это не высший сорт. Дай бог, чтобы был второй или мясосодержащий продукт.